Нажмите для подписки. Подпишитесь на канал Тайо и первыми получайте оповещения о новых сериях. Рум-рум! А вот и мы! Городские помощники. Кэрри. Здесь мы видим Кэрри, проезжающую по мосту. Кэрри – автотранспортер, и она всегда перевозит с собой малолитражные автомобили. Знаете, сколько малолитражных автомобилей она перевозит? Верно, 4, в том числе Бон-Бон. Но погодите, вы видите только 3 из них. Ой, мамочки, а где же Бон-Бон? Верно, когда коробка упала с рачи и случайно вылетела на дорогу прямо перед ней, задняя дверь открылась, и Бон-Бон выпал сзади. Вот это был денек! Кэрри так переживала, что места себе не находила. Не волнуйся, Кэрри, мы найдем Бон-Бона. Бон-Бон молодец, я могу изобразить любого. Правда? А вот так ты сможешь? Бом-бом-бом-бом-бом-бом. Бонг-бонг так тоже может. Бом-бом-бом-бом-бом-бом. Ребята. Хана! Вижу, вы весело проводите время. Да! Чудно. Но уже темнеет, Бонг-бонг. Тебе пора возвращаться домой. Домой? Да. Разве тебе не пора домой? Меня везла домой Кэрри. Кэрри? Кэрри? А кто это Кэрри? И где она сейчас? Вон она! Бонг-бонг! Кэрри! Кэрри, это ты! Бонг-бонг, где я тебя только не искала? К счастью, Тайо позаботился о Бон-Боне как следует. Спасибо, Тайо. И спасибо тебе, Кэрри, за то, что ты всегда перевозишь малолитражные автомобили. Мэтт! Мэтт – поезд, который знает все. Нет никого умнее его. Помните время, когда на дороге смеялись в школе из-за того, что он многое не мог понять, и дразнили его «Мистер Неправильный». Рогги отправился к Мэтту за советом, чтобы стать таким же умным, как он. Мэтт научил его всему, чему смог научить. Сегодня после обеда будет дождь. А? Как ты узнал? Я определил это по облакам. Ух ты! Ты такой умный! Да ну. Кстати, возле музея сейчас ремонт. Выбирай пути объезда. Ремонт? Надо сказать друзьям. Спасибо, Мэтт. До скорого. Пока. Похоже, Рогги уже не мистер неправильный. Вы только посмотрите на него. Кроме того, именно он был самым храбрым из всех маленьких автобусов, когда был страшный ливень с ураганом. Все равно страшно. Да. Я так боюсь. Бояться нечего. Гром так только звучит, но на самом деле он совсем не опасен. Правда? Так что бояться его не нужно. Ух ты, столько всего знаешь. А расскажи еще. Хотите услышать сказку про грозу? Да. Еще раз скажем спасибо Мэтту за то, что он столь любезен и выручил Рогги. Ты великолепен, Мэтт! Рабби. Это Рабби. Щеточная машина для подметания улиц. Именно он всегда заботится о том, чтобы город был чист. О, спасибо, Рабби, за то, что он всегда поддерживает город в чистоте. Тайо и Рогги, не думаю, что вам туда нужно. Ну что ж, ребята, советую вам навести там после себя порядок. Ничего себе, многоуровневая парковка, совершенно чистая. Ребята, это вы постарались? Если ее убрали не Тайо и Рогги, тогда кто? Ребята, можете угадать, кто так чисто убрал старую многоуровневую парковку за ночь? О, Хана, сколько ты накупила? О, просто вчера мы истратили все масло и мыло на 2 маленьких автобуса. О, правда? Они играли на старой парковке и вернулись все в грязи. Мы велели им больше туда никогда не заезжать. Ах, вот как! Им было там весело.
Должно быть, они расстроены. Я знаю. А? Хана, Сито, увидимся с вами позже. Ну вот, я уберусь на парковке. И Тайо, и Роги смогут здесь играть. Начнем. Рабик, о, Робби, чтобы... какой ты милый! Ты словно ангел! Тич! Кто еще волнуется из-за того, что пойдет в школу? Тайо, конечно же! О, Тайо! Кто это? Мне кажется, это новичок! Добро пожаловать, Тич! Ты тоже ходишь в школу? А так ты в городе новичок! Быть может, Тайо покажет тебе город! Похоже, малолитражные автомобили Тайо и Тич играют в школу, а Тайо играет учителя. Ха-ха, кажется, Тайо не так и просто учить малолитражные автомобили. Нелегко быть учителем, правда? Что похоже на прямоугольник? Что похоже на прямоугольник? Вкусный ароматный ломтик хлеба. Вы спели плохо. Давайте еще раз. Что похоже на прямоугольник? Мистер Тайо, что такое прямоугольник? Что-то прямоугольное. А что такое ломтик? Ну, это прямоугольный кусочек. Что такое прямоугольный? Все, хватит. У нас урок пения. Мы должны петь. А вот и Тич. Что она будет делать? Дети, видите у Тайо окно? Вот такая фигура и есть прямоугольник. А ломтик буханки хлеба имеет точно такую же форму. Я знаю, Бон-Бон видел ломтик хлеба. Я вам помогу держать ритм. Споем еще раз. Хорошо. Что похоже на прямоугольник? Что похоже на прямоугольник? Вкусный аромат. О, какая же печь добрая. Надеюсь, мой школьный учитель будет таким же. Ух ты! А ты и вправду умеешь учить? Кто ты на самом деле, Тич? Сегодня первый день учебы. Все с волнением хотят узнать, кто будет учитель. Учитель и вправду будет страшным? Давайте выясним. Разве это не Тич? Тич была учителем? А вы не знали? Ха-ха, тебе не стоит смущаться, Тайо. Ты был отличным учеником. Правда, Тич? Вы, наверное, нервничаете в свой первый учебный день. Да! Когда я только приехала в город, я тоже очень нервничала. Но потом один мой хороший друг мне все здесь показал. И даже проводил меня сегодня до школы. Я надеюсь, вы тоже будете дружить и также помогать друг другу. Будем! Кэрри, Мэтт, Раби и Тич. У всех четверых важная работа в городе. Если бы не они, в городе мог бы начаться небольшой хаос и беспорядок. Спасибо Тичу, Мэтту, Раби и Кэрри за то, что они сохраняют чистоту и порядок в нашем городе. Подарок Лане. Наши друзья-автобусы сейчас на уроке. Ребята? А? Да! Сегодня мы с вами поговорим о наших лучших друзьях. Ох, это интересно! Что ж, кто хочет начать? О, я! Я! Шайн, тогда ты первый. Я хочу рассказать о своем друге Спиди. Мне всегда так весело проводить с ним время. Я тоже без Шайна никуда. Ты прав. С друзьями всегда будет веселей. Кто-нибудь еще хочет? Я хочу, учитель! Хорошо, Лани. Я хочу рассказать о Тайо, Роге и Гане.
А нас? Мы автобусы всегда держимся вместе и помогаем друг другу. Я очень им благодарна. Мило с твоей стороны. Вы все должны сказать своим друзьям, как вы им благодарны. Хорошо! До свидания! Классный же сегодня урок был. Ага, Рогги даже не спал на занятиях. Что? Я не сплю на уроках. Вы все должны сказать своим друзьям, как вы им благодарны. Как же мне выразить свою благодарность? О, точно! Нужно сделать им подарок. Лани, не стой! Ребята, я, пожалуй, поеду. Что? Куда это ты? У меня есть кое-какие дела. Увидимся. Что у нее за дела? Не знаю. Ребята, вы же помните, что сказала Лани во время урока? Я был так тронут. Это было так мило. Знаете что? У меня есть одна идея. Какая? Короче, я думал, что можно было бы... Лани отправилась в центр, чтобы найти подарки для друзей. Я нашла шину, которую хотел Тайя, но... Можно ли еще что-то сделать? А, точно! Энди! Лани! Что такое? Сделаешь одолжение? Ты мог бы разрисовать шину? Конечно! Вот так, готово! Ух ты! Да, ее точно понравится! Спасибо, Энди! Лани приехала на автограф-сессию защитника Икс, чтобы сделать подарок Рогги. Какая длинная очередь! Но ради Рогги я подожду. Спасибо! Моя очередь! Добрый вечер! Привет! Хочешь автограф? Да! И подпишите, пожалуйста, что это подарок для Рогги, хорошо? Как скажешь! Для Рогги защитник Икс. Я нашла подарки для Рогги и Тайо. Ганни очень хотел красивую сирену. Где же ее достать? Сначала надо вернуться на стоянку. Ханна! О, привет, Лани. Ты прибираешься? Да, пришлось разгрести бардак. О, что это? Я решила взять подарки своим друзьям. Подарки? Да, я хочу показать им, как я благодарна. Но для Гани я пока что ничего не нашла. Это же сирена! Ханна, Ханна! Что ты будешь делать с этой сиреной? О, я хотела ее на хранение убрать. Правда красивая? Забирай себе, если хочешь. А можно? Это идеальный подарок для Ганни. Положу ее тебе в тележку. Спасибо, Ханна! Надеюсь, всем подарки понравятся. На следующий день наши друзья-автобусы веселились на игровой площадке. Ура! Кататься с горки всегда так весело! Да! Чем теперь займемся? Надо бы раздать им сейчас подарки. Ребята, а поехали к нашим гаражам? Что уже? А может, мы поперекидываемся шинами? Хорошо! Отличная идея! Ладно, можно и потом все подарить. Итак, начнем! Вот же они удивятся, когда увидят свои подарки! Лани! Глядите на Лани! Рогги, хватит!
Роги, хватит! Хватит, ребята! Лани плохо умеет в это играть. Может, сыграем во что-нибудь еще? Что? Я плохо играю? Я не это имел в виду. Да ну вас, вы все злюки! Лани! Похоже, мы перегнули. А я им таких классных подарков нашла. Они их не получат. Обиженная Лани увозит тележку с подарками. Оставлю с мусором, пусть Раби отвезет все на свалку. Таю, маленький автобус. Не надо было им подарки искать. Лани! Вот ты где! Что вам надо? Лани, прости нас, пожалуйста. Да. Ну, не злись. Ну уж нет. Подожди. Чего? Взгляни сюда. Что это? Это подарки для тебя. Мы хотели отдать их тебе раньше, но ты взяла и уехала. Подарки? Ух ты! Тут все, что я люблю. Ты ведь вчера на уроке сказала. Мы автобусы всегда держимся вместе и помогаем друг другу. Я им очень благодарна. Нас так тронули твои слова. Поэтому мы и приготовили тебе подарки. Ребята, спасибо вам большое. Я так рад, что тебе понравилось. Вообще-то у меня для вас тоже есть подарок. О, нет! Что такое? Что-то случилось? Мне срочно нужно кое-куда ехать. Потом поговорим. Лани! О, нет! Тележка пропала. Видимо, Раби уже ее увез. Раби! Раби, ты случайно тележку не видел? Тележку? Ага, там была шина со звездочками, плакат защитника Икса и сирена. Что-то не помню. Весь мусор я уже давно отвез со стоянки на свалку. Что? Нет! А? Что это с ней? Ее здесь нет. Здесь тоже нет. Я так старалась найти им всем достойные подарки. Ну вот. Так и не найдя тележку с подарками, Лани вернулась на стоянку. О, Лани вернулась. Стой, что-то случилось? Ну, я... Ребята, откуда вы про них узнали? Как откуда? Это же твои подарки. Видимо, Лани очень обиделась. Ну да, а мы так и не вручили ей подарки, которые подготовили. А что это? Ничего себе! Тут есть такая клевая шина! Плакат с автографом защитника Икс! Ух ты, сирена! Ребята! Хана! Что вы тут делаете? Мы смотрели на вещи, которые кто-то оставил в тележке. И погляди, здесь столько классных штуковин! Это должно быть Лани оставила. Лани? Да, Лани вчера весь день вам подарки выбирала. Хотела сюрприз устроить. Лани, спасибо, мне нравится. Как я выгляжу? Тебе очень идет. А на плакате даже есть мое имя. Это лучший подарок на свете. Нет подруги лучше, чем ты, Лани. Ну что ты, не стоит. Лани, нашла тележку. В смысле? Раби. Лани оставила вещи рядом с мусором, но я не знал и перевез их в другое место. Лани, ты что, на свалку ездила? Ну, я это в общем... Ты так обиделась, что решила выкинуть наши подарки? Да ладно! Как бы... Но вы все равно же
Что? Прости, Лани! И вы простите! Наши друзья-автобусы приняли подарки Лани. Лани, ты замечательная подруга. Роги убирается. Как-то раз машиноуборщик Раби пришел поиграть на площадку. Что это? Кто это тут сложил мусор? Надо это убрать. Стой! Что ты делаешь? Убираюсь. Кто-то сложил кучу мусора. Это не мусор. Это мой замок. А? Ты хоть знаешь, сколько я его складывал? Из-за чего столько шума? Ясно. Я не знал. Но мусор так складывать все равно опасно. Дай я уберу. Это не мусор. В чем дело? Он назвал мой замок кучей мусора. Не дам убрать его. Ну, как он, Хана? Похоже, детали совсем сломаны. Придется полностью их заменить. Да. Заказать новые будет несложно, но доставка займет где-то 2 дня. 2 дня? Но кто же тогда будет убирать город? Точно! У меня где-то лежат старые детали. Пока используем их. Это старые детали. Но для Раби они великоваты. А у меня больше ничего нет. Что же делать? Город даже за один день весь замусорится. Это Роги виноват. Я? Что? Техника сломалась из-за твоего мусора. Придумала. Эти щетки подойдут Роги. Мне? Все готово. Вот это да! И правда подходит! Отлично выглядишь, Роги! Теперь Роги сможет подметать город. Ладно, так уж и быть. А ты справишься? Это трудно. Автобусу Роги все по плечу. Вот увидите, я справлюсь. Да, Раби, ты завтра отдыхаешь, а Роги тебя заменяет. Ладно. Раби, поехали с нами завтра на прогулку. На прогулку? Конечно, поиграем и подышим свежим воздухом. Хорошо, звучит неплохо. Да, отлично! Спасибо, Роги! Итак, Роги завтра будет убираться, а Раби поедет гулять. Роги, проснись! Пора ехать убираться. Еще даже солнце не встало. Улицы ночью замусориваются. Раби всегда выходит рано. Но остальные еще спят. Поезжай. Удачи, Роги. Ладно. Как же и спать охота? И зачем я только согласился? Роги! Привет! Ты чего так рано? Я сегодня заменяю уборщика Раби. Ясно, здорово. Надеюсь, сегодня город будет чистым. Чистым? Конечно! Ладно, удачи. Ты молодец. Спасибо. Вообще-то уборщиком быть не так уж плохо. Ура! Как хорошо выбраться на прогулку, да? Да, просто замечательно. Сегодня будем веселиться. Ладно. В чем дело? Ой-ой-ой, что же делать? Я должен это убрать. У меня нет техники. Раби, хоть на один день попробуй забыть об уборке. Да, ладно. Роги-роги! Роги-роги!
Супер щетки у него. Он метет лучше всех. Что за чистота? И все-то у меня получается. Что это? Я должен это убрать. Я сейчас все уберу. Я это в первый раз надела. Я весь промок. Мне очень жаль. О, нет. Стой, Крис! Эй, ты куда? Убери сначала лужу. Да, точно, лужа. Эй, ты чего встал? Извините. Убери лужу. Да-да-да, освободи проезд. Что же делать? Приключения Тайо. Ветерок такой свежий. Как хорошо гулять. Видишь, ты рад, что с нами поехал. Ребята, поехали туда. Ладно. Ой. На дороге пыльно. Нет-нет, я решил не думать о работе. А это что? Нет. Нет. У меня же все равно нет техники. Раби, в чем дело? Да нет, ничего. Как же тут грязно! Я больше не могу! Раби! Что же делать? Стало хуже! Ты что делаешь? Мы специально сложили мусор. Зачем ты все разбросал? Простите, я хотел это убрать. Спасибо, но теперь тут еще грязнее. Угу. Я сейчас все соберу. Простите. Что теперь делать? Да, давай мы лучше сами. Ладно. Раби, все хорошо? О, да, ты был прав. Не надо мне было убираться. Не расстраивайся. Показать красивое место. Красивое? Осталась только площадка и все. Что это на тебе? Ты что, теперь уборщик? Сегодня да. И сейчас я буду убирать. Не мешайте мне. Ладно. Хорошо. Как же я устал. Уборщик Роги как-то не звучит. Ты прав. Кстати, Спиди, я тебе сейчас кое-что покажу. Что? Уборка окончена. Как тут теперь чисто? Смотри! Что они делают? Ура! Как здорово! А то! Эй, вы! Вы что тут устроили? Я же только что убрался! О, да! Ты же сегодня уборщик. Я и забыл. Прости, мы пошли! А ну, стойте! Безобразие! Придется все убирать заново! Тяжело же приходится, Раби. Какая красота! Правда? Не грусти, наслаждайся прогулкой. Ладно. Гони, попробуй догони. А ну стой! Лепестки! Прости, лепестки прилипают к шинам. Да ничего. Раби, ты что, правда считаешь лепестки мусором? Ну да. Ну посмотри на них! Может, конечно, они тебе и кажутся мусором, но ведь на самом деле это очень красиво. Это не мусор!
сэр, это мой замок! Роги! Я все. Роги? Отлично поработал. Мы уже здесь. Привет! Привет, ребята! Привет! Какой же ты грязный, Роги! Ты, наверное, устал. Вообще нет. Мне очень понравилось. Да, хочешь завтра повторить? Нет, 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 нет. Роги, прости за вчерашний день. Я назвал мусором то, что было для тебя так важно. Да ничего. Сегодня я кое-что понял. Твоя работа такая тяжелая. Роги. Та-да! Посмотрите, приехали новые детали. Ух ты! Завтра все вернутся к своей обычной работе. Ура! Ура! Здорово! Я сегодня так устал! Ты сказал, тебе понравилось! Сегодня Роги и Раби стали понимать друг друга гораздо лучше. И это здорово. Новая площадка! Поздно вечером Тайо и Роги играют в догонялки. Эй! Думаешь, не догоню? Тайо! Роги! Я же говорила, что здесь играть в догонялки опасно. Вдруг один из вас пострадает? Больше никаких догонялок. Вы меня поняли? Ох уж это Хан. Если не играть в догонялки, то здесь совсем нечего делать. Надо найти место, где можно повеселиться. На следующий день Тайо и Роги возвращаются на станцию после работы. Эй, мы сегодня рано освободились. А что толку? Мы даже не можем поиграть в догонялки. Да, это правда. Похоже, он сломался. Что это с ним? Эй, что ты делаешь? Я завяз, не могу ехать. Можете помочь? Что? Конечно! Раз, два, взяли! Спасибо вам! Да не за что! Пустяки! Но как же ты застрял? Я ехал на мойку после работы, но асфальт еще не высох. Когда я выехала на него, мои задние колеса завязли. Вот что случилось. Вот что случилось. Благодаря вашей помощи я выбрался. Меня зовут Раби, я уборщик. Раби? А я Тайо. Меня зовут Роги. Приятно познакомиться. И мне тоже приятно. Получается, что мы здесь не проедем. Асфальт сырой, а мне надо закончить уборку. Не беда, отправимся в объезд. Что ж, тогда нам пора. Пока, Тайо, Роги! Я никогда здесь не ездил. Из-за нового асфальта у нас нет выбора. Что это? Я не знаю. Интересно, давай посмотрим поближе. Что это за место? Не знаю. Проезд не закрыт. Роги, нам же туда нельзя. Ерунда, не бойся. Ух ты, здесь так много места. О, да, мне тут как-то не по себе. Я этого никогда не видел. Ого! Кажется, здесь раньше была парковка. О, что это? Эй, Роги! Роги, все в порядке! Здесь так здорово! Это весело! Что ты вытворяешь? Тайо, это очень весело! А еще тут есть где спрятаться! Ух ты! Может, останемся здесь поиграть? Давай!
Только во что? Может, в догонялке? А? Ну-ка, догоняй! Отличная мысль, Роги! Похоже, звуки доносятся оттуда. Сюда давно никто не заезжает. Не догонишь! А ну, стой! Это Тайо и Роги! Ура! Ты думал, что поймал меня, Роги, да? Они все перепачкаются, если будут там играть. Тайо, стой! Похоже, им очень весело. Вроде бы никого. Эй, вы! Где вы так задержались? Знаете, как мы волновались? Сито! Хана! О, ребята! Посмотрите на свои кабины! И колеса все в грязи! Где вы так извозюкались? Ну, мы просто... Мы играли на старой парковке, тут недалеко. Нам было так весело, что мы совсем забыли про время. Эта парковка уже давно закрыта. Как можно играть в таком грязном и опасном месте? Прости нас! Эй, держитесь оттуда подальше, хорошо? Но... Вы оба! Хорошо! Приключения Тайо! На следующий день Хана и Сито заехали в магазин автозапчастей. Как думаешь, этого хватит? Хана, тяжело же! Зачем ты несешь все сразу? Ничего, как-нибудь донесу. Хана, все в порядке? Все хорошо. Ты посмотри. Хана, ты несла слишком много. Вот дела. Раби. Ух ты. Вот и все. Спасибо, Раби. Хана, сколько ты накупила? Просто вчера мы истратили все масло и мыло на два маленьких автобуса. О, правда? Они играли на старой парковке и вернулись все в грязи. Должно быть, это Тайо и Роги. Мы велели им больше туда никогда не заезжать. Ах, вот как! Им было там весело. Должно быть, они расстроены. Я знаю! Хана, Сито, увидимся с вами позже! О, хорошо! Ну вот, я уберусь на парковке. И Тайо, и Роги смогут здесь играть. Начнем? Раби трудится, чтобы очистить парковку для Тайо и Роги. Раз нам нельзя играть здесь, на старой парковке, где же нам играть? Тайо! Что с тобой, Роги? Что-то случилось? И наша парковка! На ней чисто! Что? Смотри! Как это? Ух ты! Как красиво! Хана! Привет! Привет, Раби! Я приехал на осмотр. Ну что же, заезжай! Спасибо!
Ого, какой ты грязный! Я занимался уборкой. Что? И где ты умудрился так перепачкаться? Так, в одном месте. Готово, Раби. Большое спасибо, Хана. Хана! На старой парковке теперь чисто. Там кто-то убрался. Она просто сияет. Правда? Хана, может быть, теперь нам с Роги можно там поиграть? Обещаем, мы осторожненько. Можно, Хана? Ночью кто-то убрался на парковке. А, и Раби тоже здесь. Раби, что тебя привело? Я решил пройти осмотр. Теперь все ясно. Раби. Что? Это ведь ты убрался на парковке, да? Ну, я... Раби, так это сделал ты! Неужели ты все убрал один? Теперь ясно. Но почему ты вдруг надумал там убраться? Ну, Тая и Роги на ней так веселились. Я хотел, чтобы они могли играть там еще. Раби! Понятно. Ну ладно, я разрешаю вам играть на старой парковке. Правда? Но вы должны быть осторожны. Да, конечно! Да, конечно! Раби, это все благодаря тебе. Большое тебе спасибо! Не за что! Вы выручили меня! Раби, а ты хочешь поиграть с нами на парковке? Правда? Можно? Конечно! Поехали! Поехали! Вот шалуны! Благодаря уборочной машине Раби у наших друзей появилась новая площадка. Озвучено компанией «Лайлок». Тайо и Бонг-Бонг! Стоит чудесное утро. Тайо с ветерком несется по городской набережной. А, красота! Ух ты! Всегда, когда я качу по набережной, у меня отличное настроение! А вот и Кэрри несется по мосту. Кэрри занимается перевозкой автомобилей, и сейчас она везет 4 молодые машины. Юный фургончик Бонг-Бонг и еще 3 машинки крепко спят. Чудесные малыши. Похоже, детки уснули. Нет, все в порядке. О, бедные детки, вы перепугались. Все хорошо. Ну, не плачьте. Прошу прощения. Не беда, мы поедем дальше. Все в порядке, малыши? Ну, хватит плакать. О, нет. Кэрри не заметила, что маленький фургончик остался на мосту. А? Почему машина не едет? Что-то случилось? Привет! У тебя все в порядке? Он же спит! Эй, проснись! Здесь же нельзя спать! Спать на дороге очень опасно! Поехали вперед! Не помню, чтобы видел тебя здесь раньше. Я Тайо. Как тебя зовут? Тайо? А я Бонг-Бонг. Бонг-Бонг? Чудесное имя. Ты первый раз в этом районе? Угу. А? У меня выходной. Хочешь, я покажу тебе сегодня город? Правда? Хочу, очень хочу. Чудно. Так будет веселей. За мной! Ha 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 ha!
У Таю сегодня выходной? Да. Интересно, чем он занимается? Да уж. А? Что? Лэни, посмотри. Ну и ну. Какие славные. А? Совсем малыши. А? Гони, подъедем поближе. Угу. Привет! Здравствуйте, дети. Малыши, а? Такие славные. По-моему, они спят. Они уснули. Ну надо же, ага. Как тебе хватает сил вести троих? Это совсем не трудно. Что? Ты сказал троих? Да, троих. Двоих наверху и одну внизу. Это ведь три, верно? Нет, не может быть. А разве это не опасно ездить с откинутой дверцей сзади? Что? О, ну конечно! Расскажи нам, что случилось? Ужасное несчастье. Я должна его найти. Ух ты! Это город! Ну как, нравится? Большой, правда? Да. О, переключился. Сбавим скорость. О, нет, Бонг-Бонг, стой! Бонг-Бонг, это красный свет. Надо снизить скорость. Прости меня, я не знал. Правда не знал? Ты что, не слышал о правилах дорожного движения? О правилах? А что это? Все понятно. Красный свет, значит, стой. Ясно? Чудно. Я тебя научу. Делай, как я. Хорошо, едем. Таю объяснил Бонг-Бонгу правила дорожного движения, а заодно показал город. Едем, все хорошо, молодец. Эй, Бонг-Бонг, получается? Я молодец. Бонг-Бонг, ты хочешь заехать на нашу станцию? На станцию? Да, у меня там много друзей. Мы можем поиграть с ними. Ух ты, здорово, едем скорее. Тогда вперед! Вперед! Нам будет весело! Я так рад! Приключения Таю! Бонг-бонг! Бонг-бонг, где же ты? О нет, здесь его тоже нет. О, куда же он делся? Мы все живем на автобусной станции. Ух ты! Ну, как тебе, нравится? Да, здесь здорово. Скоро остальные автобусы вернутся. О, а вот и они. Мы вернулись! Привет, ребята! Привет, друзья! Что? Таю? Привет! 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 А это кто? Я повстречался с ним на мосту и решил привести его к нам в гости. Ну что, Бонг-Бонг, поиграем? Ух ты, будет весело! Бонг-Бонг, где же ты? Эй, это же Кэрри. Кэрри! О, Сито! Давно не виделись. Что ты здесь делаешь? Одна из машинок, которой я сегодня перевозила, исчезла. Что? Я повсюду ее искала, но не нашла ни следа. Придется ехать в полицию. Ясно, Кэрри. Кэрри, ты здорова? У тебя усталый вид. Да. Боюсь, я уже давно не заправлялась. Это не дело, Кэрри. Поехали на станцию. Приведем тебя в порядок. Мне надо найти Бонг-Бонга как можно скорей. Да, но вдруг с тобой тоже что-то случится. Первым делом нам надо заправиться. Ладно, ты прав. Раз так, поехали. Хорошо. Я грузовик-монстр! Бу! Мне нравится грузовик-монстр. Бонг-Бонг тоже хочет. Что это? Разве я так делал? А?
У него получается лучше. О, неправда. О, неправда. Вылитые роги. Ух ты, Бонг-Бонг, отличный пародист. Бонг-Бонг, молодец. Я могу изобразить любого. Правда? А вот так ты сможешь? А? Бум-бум-бум-бум-бум-бум! Бунг-бунг так тоже может. Бум-бум-бум-бум-бум-бум! Бунг-бунг, молодец! Ты даже лучше, чем со мною! Ребята! Хана! Вижу, вы весело проводите время. Да! Чудно! Но уже темнеет, Бонг-Бонг. Тебе пора возвращаться домой. Домой? Да? Разве тебе не пора домой? Меня везла домой Кэрри. Кэрри? Кэрри? А кто это Кэрри? И где она сейчас? Вон она! Бонг-Бонг! Кэрри! Бонг-Бонг, где я тебя только не искала? Так вот как все было. Теперь все ясно. Извини, я даже не думал. Ты ни в чем не виноват. Это ведь я его потеряла. Я благодарна, что ты за ним присмотрел. Пустяки. Что ж, теперь нам пора ехать. Бонг-Бонг, забирайся. Нет. Как, Бонг-Бонг? Нам пора домой? Нет, нет, я хочу еще поиграть. Бонг-Бонг. Я не поеду. Похоже, Бонг-Бонг привязался к вам, ребята. Бонг-Бонг, ну перестань. Давай, забирайся. Я не хочу. Тебе ни к чему его вести. Бонг-Бонг, ты уже знаешь так много, что можешь ехать сам. Верно, Бонг-Бонг уже может ездить сам. Ну-ка, покажи Кэрри, как много ты теперь знаешь. Он знает правила дорожного движения. Если ты покажешь Кэрри, какой ты молодец, то сможешь навещать нас, когда захочешь, так? Да! Чудно! Давай же, смелей! Сейчас! Спасибо, Тайо. Это пустяки! Поехали, Кэрри! Еду, еду! Пока, Кэрри! Пока, Бонг-Бонг! Бонг-Бонг, безопасной дороги! До скорой встречи! Как хорошо, что Кэрри и Бонг-Бонг нашли друг друга. Маленькие автобусы и Бонг-Бонг прекрасно провели вместе день. Озвучено компанией «Лайлок».